Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале Rus FIFA PES. И сегодня у нас, так сказать, вводный выпуск в нашу карьеру за, по названию уже догадались, за Спартак. А может быть, другое название будет, я еще точно не придумал. Вводное видео. Почему вводное? Потому что я на самом деле не очень-то и знаком с этой командой, в принципе. Вот. А FIFA 14 без всяких модов, я о ней вообще не знаком. Значит, и сегодня мы с ней познакомимся. На самом-то деле я уже играл за данный клуб. Мне, в принципе, очень понравилось. И сегодня я сделаю то же самое. Вот. В принципе... Я думаю, можно начинать, да, можно начинать, даже настройки никакие не буду ставить без тактики. В принципе, Спартак и так справится. Это раз. Во-вторых, по вашей активности, несмотря на то, что активность канала упала ниже некуда, по вашей активности я посмотрю, стоит ли продолжать дальше. Ну, если честно, на самом-то деле я сам хочу продолжать дальше. И, ну, активность — это такой небольшой бонус для меня будет. Поэтому предлагаю поддержать лайком, подпиской, колокольчиком и прочее. Играем мы, естественно, на сложности «Звезда футбола». Значит, два гранда российской премьер-лиги. И тогда, и сейчас. И мы, наверное, будем, значит, без нарезки это все делать. С комментированием, потому что мне так сегодня удобно. Вот. А, вот нет, он там в офсайде. Ну ладно, давайте так чисто пробьем для прикола. Ну, слушайте, это была хорошая задумка. Вот Мовсисян. Вообще он классный здесь, мне нравится. И его скорость равномерная. Не слишком-то и быстро, конечно. Опасно, а я вышел в рота. Да, это гол. Осталась привычка смотреть повторы. Вот, и мы с вами тоже вместе здесь повтор этот посмотрим. Надо было мне продолжать, значит, бежать вратарем к углу поля. Но я этого не сделал. Да, и финт не прошел, но мне дали здесь штрафной удар, который я, естественно, исполню, но немного другим способом. Глушаков, Карю. Вот, кстати, если я неправильно произношу фамилии, значит, вы на меня пока не ругайтесь, потому что это нормально, я считаю. Слушайте, это штанга, и мы пока на самом-то деле сливаем. Вот. Потому что на самом-то деле проще играть, когда ты не комментируешь, чем играть, когда ты комментируешь. Вот. Поверьте на слово. Можете, конечно, проверить. Так, ну все, мы тут перекрыли. Камбаров сюда, вот, и все, и мы, да, вот так, вот так. Ух ты, и мы выходим на ударную позицию, мы сохраняем мяч, и это, ух ты, как лаконично, как эластично, как круто, как великолепно Джурада забивает этот мяч. Я надеюсь, я правильно произнес фамилию. И мы, кстати, с вами разберем эту атаку, потому что, ну, она была хорошая атака, в общем. Вот. Ударная позиция. Здесь, опа, подработал. И так вот. Ту-ту-ту-ту-ту, и все. И гол. Мы в игре 1-1. И у нас еще дофига времени. На 14 минуте у нас уже 2 мяча. А это значит, что, по крайней мере, первый тайм будет жаркими, сочными и все прочее. Вот. Кстати, здесь наша звезда российского футбола Глушаков еще, значит, если так можно выразиться, в суперформе. Вот, он у нас будет главной нашей звездой полузащиты. И вообще Спартака, вот он, кстати, да. Ага, вот это у него приемы какие-то не звездные, если... А это какие-то рикошеты странные. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, мы в игре. Значит, нам Овсесяна, который мяч потеряет. Ну ладно, мы его сохранили. Вот такие вот играем в мелкий пас пока что. А вот. И Джурада опять на ударной, но не успевает пробить. Конечно, желательно это делать в касание. Вот, но в касание это делать сложно. И пасы тоже в касание делать немножко
проблематично. Нужно как-то уже выигрывать, но пока что еще не получается. Нужно пере... Ух ты, ух ты. А что такое? Да, и мы опять теряем мяч. Ну, Спартаку нужно, естественно, здесь прокачать пасы, особенно полузащите, да? Да, определенно нужно прокачать пасы и немножко ударов, чтобы точность была и прочее. А то вот так вот повезло с первым голом, а дальше может и не повезти. Естественно, планы амбициозные, конечно, не один сезон, а больше. Учитывая, ух ты, какой перевод. Учитывая то, что, значит, матчей в премьер-лиге не так много, в отличие от той же АПЛ и прочее. Вот мы ускоряемся. Идем по бровке. Ложный замах. А дальше я не знаю, что делать. Серьезно. Ну и нас тут сбивают. Это был, по-моему, Березуцкий, да? Но мяч наш. Мяч наш. Здесь мы проворачиваем финт. Обманывая защитника. Пробиваем. Вторая попытка. И мяч... Я даже посмотрю повтор, потому что мне на самом-то деле интересно, что я здесь... А, нет, это было два. А вот этот удар был, значит, перспективным, но не получилось. Ничего страшного. Макеев уходит от защитника. Можно здесь отдать пас, можно здесь отдать второй пас, но он не проходит. Я хотел его отдать, чтобы потом в касание так красиво забить. Так, ну ничего. Спартак сохраняет мяч, но это был офсайд. Я же видел, но зачем я отдал пас? Зачем я отдал пас? Ну ничего страшного. Ладно. Тем временем уже, кстати, подходит к концу первый тайм. Если вы заметили, да? Здесь можно провернуть пару финтов, тем самым... Просто когда делаешь финт, значит... игрок, противник и прочее, он немножко теряется и можно убежать. Так, пас точный. Давайте, точнее никаких пасов. Пожалуйста, пожалуйста, меня услышали. Ух ты, А, нет! Что это было? Я хотел вот сейчас развернуться и дать пас. Я надеюсь, это пенальти сейчас будет. Нет, это штраф... Да зачем мне штрафной? Вы что, с ума сошли? Что ли? Оу, и это штанга была. И Бакетти, второй шанс. Нет, это я сфалил. То есть вот я пробиваю, здесь штанга и Бакетти. Вот если бы не перекрыли, было бы, конечно, здорово. Что-то все, блокировка 2-2-8 нам мешает сегодня. Может быть, нам дадут возможность... Нет, нам не дадут возможность, потому что Элм забирает мяч. Здесь атака ЦСКА, и на этом первый тайм заканчивается. Кстати, по статистике 5 ударов, 5 в створ. Ну, у ЦСКА чуть поменьше. Два удара, два в створ. Ну, и у них реализация получше. Около, ну, в 2.5 раза. Вот. Ну, я тут попытался дойти до их поля. Ах, ты сохрани мяч, пожалуйста. Так. Ладно. Мы просто идем в атаку тупо. А, так. Надо было, конечно, раньше его отдать, этот пас. Отскоки какие-то непонятные. Ну так вот, значит, насчет планов, я хотел бы сыграть здесь не меньше, чем... Не меньше, чем... Вот это было бы красиво сейчас. Не меньше, чем несколько сезонов выиграть чемпионат, естественно, несколько раз. Не один, а несколько. И парочку кубков. Кубков... Значит, РПЛ. И, кстати, насчет Лиги Чемпионов, как вы знаете, здесь она, значит, в РПЛ она может и не появиться и с первого сезона, и со второго, и с третьего, и прочее. Здесь она немножко, странно было, здесь она немножко забагованная в плане РПЛ, может и не появиться. Вот это, конечно, опасный был рикошет, но Ребров на месте, Ребров на месте. Бакетти отдаст пас точный. На Глушакова, Глушаков на Тина, Журада. Смотрите, как у нас все красиво, да? А мы сюда, сюда. Макеев на Асбилиса, Асбилис. Здесь прострель на передачу на Мовсисян, и Мовсисян. Это удар поворотами, это гол.
Отлично, 2-1. На самом-то деле я хотел бить, вот когда был пас, да, здесь, я хотел бить в касание. И, возможно, бы и ничего и не получилось, если в касание. Потому что, но, если бьешь в касание, то меньше вероятность, что тебя перекроет защитник. Ну, здесь Мафисян поставил корпус и все сделал красиво. Все сделал красиво, поэтому все очень классно. Сейчас ЦСКА должен, значит, растеряться. Мы его прессингуем, естественно. Очень эффективно прессингуем. Вот, все правильно. Парни, работаем. Так, сохрани. А вот кому теперь отдать пас-то? Ладно, сыграем на короткий пас. Тина. И здесь можно, конечно, даже пробить. Но это в никуда, надо было лучше по-другому как-то играть. Но это тоже неплохо, смотрите какой, ух ты, куда полетел. Интересно, да? Так, значит, Тина не выигрывает вверх. Что такое? Как так? Здесь мы... Ах ты, не работает пока... А нет, кстати, прессинг-то работает, смотрите, они вон боятся... Но, с другой стороны, они меня вон как накручивают, и поэтому нужно выпустить крутых игроков, например, вот этого. Ну, можно, конечно, заменить. В принципе, все, крутых игроков больше нет. Вот, крутых игроков больше нет, поэтому играем с тем, что есть. Смотрите, как ухитрился отдать пас. Муса ускоряется, но, бравый... Нет, как так? Ну, слушайте, на самом-то деле это мне непонятно, потому что вроде бы уже, значит, Жао Карлос отобрал мяч, но Муса ускорился и пробил, кстати, неплохо пробил, и, кстати, игра продолжается, 2-2. Надо, конечно, выигрывать здесь, потому что я не хочу идти на дополнительное время, просто время жалко. Так, Макеев, опять по стандарту, да? Стандарту. А пасы-то... Финты есть, а пасов нет. Точно надо будет качать. Бакетти почему-то оказался здесь. Где ты? Почему ты не в защите? Почему ты не в защите? Осталось около 15 минут. Нужно, значит, выигрывать. Мафисян отбирает. Давай беги. Быстрее. Нет, нас опережают. И здесь... О, а по-моему, Мусу заменили, кстати. Но я получаю красную. Или это Миланов был? Скорее всего, Миланов. Так, да, это был он. Мусу не заменили. Так, Глушаков. Как все плохо-то. Так, Макеев. Отдает пас. В разрез. Вот, кстати, в Песке пасы в разрез это просто чудо какое-то. А здесь это какое-то недоразумение, если честно. Вот. С горем пополам отобрали. Итак, а что если... А нет, такая заготовка не прошла. А нет, ну так. Значит, со скрипом она проходит. А вот здесь уже нет. Но здесь есть вот такой момент. Хороший. Асбилис. Опять я на фланге. Что я там забыл? Мне же не надо на фланг. Мне надо пробить. Может быть так? На секунду мне показалось, что мяч уже, значит... В воротах, но это было близко. Это было очень-очень близко. Да, вверх мы не выигрываем, но мы делаем шикарный подкат. И Глушаков, значит, в шикарном втором подхате. И Мафисян сейчас пробьет и забьет. Прошивает буквально Акинфеева. И мы в игре, точнее, мы не в игре, а мы выигрываем эту игру. Какие же мы молодцы. Глушаков, кстати. Смотрите, тут подкат. Глушаков и, значит, ускорение. Что там делал защитник, я не понимаю. Я не понимаю. И не хочу понимать, потому что Мафисян прошивает Акинфеева и забивает. Дубль оформляет, в общем. Вот. Ну и, кстати, сейчас можно даже еще попробовать оформить. Так сказать, на последних минутах, если получится. Не получится, ничего страшного. Опасно. Опасно. И мы отобрать-то, главное, не можем. Ух ты, это что-то. Это кто такой?
Это кто такой? Это что? Это как? Это, кстати, было не в створ, а? Даже в створ не попал. Мне кажется, мне не дадут времени на значит, атаку, зная фифу. Стаж игры дофига лет. Или дадут. Ух ты, а я даже мяч сохранил. Нифига себе. Я даже бегу. А если... А это вообще плохо. Но мне понравилось, как я ушел от защитника. Здесь уже не покажут, да, потому что повторы здесь недолговечны. Достижение открыто. Не сдаваться. Я не сдался. Вот, и заканчивается наш видеоролик. Под конец хочется сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики и прочее. С вами был Русов ФПС, и, в общем, всем пока. И, значит, карьера будет, наверное, за Спартак, скорее всего. Вот. Лайки, подписки и все. А я пошел, может быть, карьеру записывать. И Глушаков, значит, в шикарном втором подхате. И Мовсисян сейчас пробьет и забьет. Прошивает буквально Акинфеева. И мы в игре, точнее, мы не в игре, а мы выигрываем.